Сегодня православные верующие отмечают один из главных христианских праздников – Крещение Господня. Как он проходит на Алтае, узнал мой коллега Антон Скаль. Крещение Господня – один из важнейших христианских праздников. Помимо богослужений, верующие в этот день совершают омовение в освященных купелях. Для этого в крае было построено 55 иорданий. Они открыты во всех крупных населенных пунктах региона. Считается, что вода в реках и озерах становится святой в ночь на 19 января. Так что первые желающие окунуться в прорубь появились еще задолго до восхода солнца. Так, к примеру, поступили жители села Алтайское. Там оборудовали купель на реке Каменка. Всем советую поступать так же, как и мы. Ну и назовите. Всех с праздником, всех с праздником. Утром – божественная литургия и крестный ход. Барнаульские верующие прошли от Знаменского храма до речного вокзала. На главной купели на реке Обь митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий совершил чин освящения воды. Слава тебе, Боже наш, слава тебе, моя рода. После этого все желающие сразу же смогли искупаться в проруби и набрать святой воды. Там же на месте развернули утепленные раздевалки и две бани. Для обеспечения безопасности дежурили медики и спасатели. Несмотря на довольно морозную погоду, людей у главной купели Барнаула собралось немало. Как ощущение? Это прекрасно. Хорошо. После армии пришел каждый год, все клево прям. Как ощущение? Ощущение супер, просто прям чувствуешь, как очищаешься, прям клево вообще. Искупаться сегодня можно будет в иорданиях по всему краю до самого вечера. Ну а если вы решили просто набрать святой воды, то это можно будет сделать в большинстве храмов и церквей до 22:00. Антон Скаль, Алексей Шаульский, новости.